have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и это, я надеюсь, что следующий шедевр от Devolver'ов, это Дверь Смерти. Игрушку, которую очень сильно обещали нам на последнем E3, и которая, она очень свеженькая, она вот вышла 20 числа, вот совсем-совсем недавно. Вот, и даже в Стиме, вот я сейчас покупал, и там на ней отзывы очень положительные, прям так вот и написано, прям very, прям positive, так что я возлагаю очень большие надежды. Давайте сильно не задерживаться в менюшке, просто поехали. Начать. Я единственное, что немножечко пошаманил в настройках, сделал чуточку потише музыку, переставил все на русские рельсы, чтобы вам было поудобней. Все, поехали. Первое сохранение. Новое. Начать. Бррр. Автобус прибывает в главный офис комиссии жнецов. Хэрон, водитель автобуса. Окей. Конечная остановка. Итак, жнецы. Жнецы. Кто такие жнецы? О, ВАЗ работает отлично. То есть мне показывают цель, куда идти, но ВАЗ при этом работает как... Ну, я хотел сказать, как типа как в Ганжине, но это же Devolver, это создатели Ганжина. Пробел это перекат. Суперски. Мне показывают цель. Она такая в темно-нуарном стиле сделанная. Прыжка у меня нет, у меня есть только перекат, да? А, у меня есть еще и лук. У меня есть лук и меч. Все, я понял. Лук, меч, перекат. Стиль офигенный просто. Не знаю, ребят, вот те, кто любители такого, вот цвет выдержан прям суперски. Тут лапшу можно заказать. Смотрите, там эти плакаты тоже с вороном, с мечом. Крутяк. Извините, мне туда с оружием, типа... Не, ну мне туда. Просто... Да, просто эта штука сообщает, что я с оружием. Если поговорить... О, поговорить можно. Капошоп, начальник охраны. Все в порядке, можешь пройти. Спасибо, дружище. Почитать ничего нельзя? Зал врат. Главный офис комиссии жнецов. Зал врат. А ты кто? Бэджер, жнец. Лучше пошевелись. Ты же не хочешь опоздать, верно? Я тороплюсь. Я думал, что я исследую. Ух ты, какая штуковина, смотрите. А, это вообще мой курсор. Я что-то думал, что это мой указатель до цели. Я сейчас мышью пошевелил. Это вообще мой курсор, оказывается. Отлично. Это значит, как-то можно будет пробить. Но не сейчас. Супер. Зеленый сверху, это, наверное, моей жизни. Ладно, все. Тихо. Супервайзер Чендлер. Так. Глядите-ка, кто это привел на работу. Поздняя пташка. Хе-хе, каламбура за 300. Кто поздно встает, тому неважно. Так и быть, сегодня твой счастливый день. У меня есть для тебя задание забрать душу. И речь идет о не о какой-то там затохлой душонке, а о самой, что ни на есть, душе великана. Серьезная прибыль, знаешь ли. Надеюсь, ты еще помнишь, чему тебя учили. Держи клюв на чеку. Типа, клюв по ветру было бы лучше, ну ладно. Души великанов так просто не задаются. А вот и твои врата. Может, за душ такого размера тебе даже удастся получить пару отгулов. И помни, твои врата будут открыты до тех пор, пока ты не вернешься с порученной тебе душой. Но открытые врата лишают тебя бессмертия, ты будешь стареть, так что поторопись.
Собирая души, мы питаем врата энергии, чтобы собрать еще больше душ, обреченные повторять эту работу снова и снова. Встретимся... вернемся, как белка в колесе, верно? Итак, пора за работу, и будь осторожней. Если ты погибнешь, нам предстоит огромная бумажная волокита, и мне некогда этим заниматься. Ну, то есть, ты как человек никого не интересуешь. Так, Дерин, страж-хранилища, спит. Супер! Жнецы, жнецы, значит, я тоже жнец, значит, мы ходим и собираем души. Смотрите, какая красота здесь. Я так понимаю, это вот эти двери, они вроде как корпорации монстров, только там мы собирали крик, а тут мы собираем души. Пойдем, посмотрим, что это такое. Ох, а тут красиво. Роща духов, где находится порученная душа. Нажмите Space, ну это я уже открыл для себя, спасибо. Перекат, перекат. Ну, ух ты ж. Интересно, стоило это делать или не стоило? Зажмите, чтобы взмахнуть мечом. А, и там мне нужно будет выстрелить, да? Это у нас маленький такой тренинг, так скажем. А, это оттуда мне надо будет выстрелить, я понял. То есть на разные уровни я стрелять не могу. Я могу стрелять только на своем же уровне. Хорошо. А, у меня 4 стрелы было. Ой, ёлки, вот это я раздолбай. У меня 4 стрелы было. Супер. Я просто этому безмерно счастлив. То есть я мог потратить одну стрелу, да? Привет. Дьявольский дух чаще. Стрел мне никто не вернет, да? Ай. Не надо меня бить. Окстись. А, и это-та-та-та-та-та. А его жизни мне никто не покажет. Ты чё? Мы так не договаривались. Блин, оно в меня кидается чем-то. А ноги я бить могу? Похоже, я этим сейчас и буду заниматься, да? Да, отлично. Ай! Ну все. Один раз он мне все-таки приложил. Блин. А я мог спокойно пройти первого босса вообще без урона. Так, это его душу забрали, я так понимаю, да? Да. Или... А, стоп! Это меня обокрали, что ли? Че я валялся-то без сознания? Затерянное кладбище, запретная область. Блин, как тут все красиво, офигенно. Ой. Я не знал, что можно свалиться. Ну это же Деволвера, конечно, тут можно свалиться. Это опасный мир. Тут нужно быть осторожнее. И учитывая то, как в их играх ценится прохождение без урона, я думаю, что мне дали бы или ачивку за прохождение без урона, или что-нибудь такое. Так, у нас тут еще... А, что это такое? Видимо, еще какие-то частично загадки будут, кроме файта. Я не против. Это вот... Чувак у меня душу украл! Стой! Зачем я себе лишний урон нанес? Кто скажет, а? Там можно было вверх по лестнице, наверное, подняться, а можно сюда. Ну-ка я сюда сейчас схожу. Семя жизни.
Если посадить его в горшок для растений, то вырастет плод души. Съешьте его, чтобы восстановить здоровье. А... Немножко сложноватая хилка, не? Блин, атмосфера здесь просто офигезная. Какие-то чуваки. Мне кажется, не очень дружелюбные. Тут я ничего не смогу сделать. Отскакивать от стенок я тоже не могу, да? Хорошо. Привет. Извини, ты просто выглядел тем человеком, которого надо убить, поэтому ладно. Я тебя убью. Вон ключ, я понял. Так. А это что? Подобрали сферу энергии души. Энергии души в зале. А, за энергию души? Душ. В зале врат можно покупать улучшение для жнеца. Улучшение всегда хорошо. Мне сейчас просто интересно, но это же... Это же типа... Ну, сюжетка, игра, это же не рогалик, да? Да, скорее всего, хорошо. Так, активировать. Врата, я могу сейчас вернуться? Затерянная... О, у меня есть врата в затерянном кладбище. Маленькая ворона. Мне кажется, или тебе некуда девать энергию душ. Подойди ближе, я там тебе преимущество в бою в обмен на твои души. Понял. А, во-первых, мы восстановились. Да, потому что в этом мире мы же бессмертные. Точно, 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 точно. Поэтому, просто, чтобы восстановиться, можно просто домой тпшнуться. Во-первых. Во-вторых, это у нас вейпоинты получаются такие. Хорошо, поговорить. Добро пожаловать в хранилище душ. Не желаешь ли улучшить свои боевые способности? Очень даже желаю. Только что это мне даст? Сейчас посмотрим. Цена 400. Ха! Вы издеваетесь. У меня всего 200. Управлять с оружием ближнего боя увеличит показатели, повысить урон оружия ближнего боя, также радиус удара, это важно чертовски. Способность атаковать быстро и попадать в цель, увеличив показатель, вы снизите скорость перезарядки, это тоже нужно. Также увеличите скорость очередности, ой, блин, это все нужно. То есть есть ловкость, которая повышает скорость, и есть скорость, которая... Скорость и изящество движения жнеца увеличите показатели, вы повысите скорость передвижения, улучшите навыки уклонения и снизите время перезарядки уклонения. Блин, это тоже нужно. И что, блин? Способность жнеца управлять силами магии, увеличить показатели, вы повысите магический урон и улучшите способность... Далее. Блин, это все нужно. Только мне ни на что не хватает. Но нужно все. 400 первый апгрейд, кстати, стоит. О, порученная душа потерялась. Сочувствую. В последние годы работы почти встала. Может, медицина стала лучше или еще чего жутко бесит. Нам нужна новая чума, иначе мы разоримся. Выпускать такую игру, когда уже год существует корона. Типа, нам нужна новая чума. Ладно, это у нас вейпоинты, я так понимаю, никуда не деваются. Нам их нужно открывать. Мы будем попадать в новые места. Супер, я вас понял. О, вот тут я заберу. Соточка каждый раз. Затерянное кладбище, запретная область. Туда я войти не могу пока что. Какой-то туман мне преграждает. Хорошо. А что-то вроде... Нет, карты у нас нету. Хорошо, может потом появится. Пока, в принципе, можно и так жить, но мне кажется... Эта тема немножечко запутанная будет. Тут столько переходов, оно что такое... 3D. Оу, от падения у меня урона нет, хорошо. По крайней мере, пока что. Я их с двух ударов убиваю. Эти вообще ваншотные. А, этих... Я понял. Это у нас ключевые. Их нужно убить 3, чтобы открылось... Я понял, все. Прикольная механика. Вон. В принципе, количество мобов. Убиваешь количество мобов, чтобы получить доступ. Вот, посадить семечко. Съесть.
Ясно, понятно, это... Ну ладно, хотя бы протестили, как это работает. Короче, если у тебя полные жизни, то... Так лучше не поступать. Хотя вон у меня одна хпшка типа стала зеленее, чем остальные. Уж не знаю. Ключик отдайте. А, вот и шорткат. Суперски. Вот это очень интересно. То, что у меня одна хпшка стала зеленее, чем остальные. Типа, она у меня стала двойной или как это теперь? Так, ладно. Куда там ключ? А, ключ сюда надо было, да. Минуточку, они спаунятся, что ли? Вот эти такие статуи воронов. Так прикольно, классно все так выглядит. Вообще, анимация. Минус. Больно вообще-то. Блин, минус 2. Как мне так на месте-то минус 2 сделали? Посадить. Иди сюда. Не будешь идти? А, это мне полностью хпшку, что ли, восстановило? Фу! Вот это я сейчас вовремя отпрыгнул. Иди сюда. Все, ГГшечка. Фу, арена затащена. Семечка полностью, оказывается, восстановила хп. Хорошо, что у них было две. Одну я просто бездарнейше просрал, а вторая меня сейчас выручила. Ну просто огромнейшая территория для исследований. О, ты кто такой? Гробоплит, могильщик. Неужели это жнец? Мои дни сочтены. Да нет, чувак, я не буду тебя убивать. Какая досада, смерть не забрала меня. Мне так жаль. Может, попробуешь бить со всей силы? Я этого не знал. Никак. Все еще здесь, все еще жив. Как насчет атаки с разбега? Чувак так хочет умереть. Кем не бывает. Мне жаль, но дело не в тебе. Дело в том, что я наделен вечной жизнью. Не знаю, как такое могло случиться. Я провел сотни лет в поисках ответа. Меня зовут Гробоплит. Я хранитель могил на Священной горе. Кстати, если однажды почувствуешь прилив сил, приходи, попробуй убить меня снова. Я тебя понял. Не то, чтобы я хочу тебя убивать. Ну-ка, смотреть. Здесь покоится страж врат, хранитель порядка и приюта для потерянных душ. Мне туда надо, но я туда сейчас не доберусь, у меня обилки не хватит. Почему я иду именно в ту сторону? Не знаю. Не знаю, ребят. Ну, типа, там можно в другую сторону было пойти, но я иду в эту. А, минуточку, это то место, откуда я пришел. Или нет, или да. Ну-ка, что за башня? У этой постройки есть близнец. Секрет найдет там мудрый жнец. У этой постройки есть близнец. Блин, какой же тут огромный запутанный мир. Только посмотрите на это. Везде же есть по 4 прохода, и вверх, и вниз, и как хочешь, блин.
Так, читать. К вершине кладбища. Тут хотя бы указатели установлены, но я думаю, что я буду очень сильно путаться первое время. А зачем мне вершина кладбища? Не знаю. О! Это шорткат. Шорткаты это всегда хорошо. Я видел там внизу труп, я к нему схожу. Мне сначала интересно тут глянуть. Это лифт! Привет, Dark Souls, да? Ого, зачем я сюда лезу? Зачем я сюда лезу? Наверное, за этим. Помолиться, что, блин? Древний алтарь дарует вам осколок кристалла жизни. Соберите 4, и ваш запас жизни повысит. Ох, блин, вот это круто. Спасибо. То есть все-таки хпшку себе можно как-то повышать, если находить... Блин, не зря полез. Ну вот любопытство завело, а получилось очень даже хорошо. Карту поверните, ага, спасибо. Вот эту штуку, ее можно... Нет. Нет. Сил у меня не хватает пока что пробивать такие зеленые двери. Привет. Пока. Так, у меня скоро, кстати, на апгрейд будет хватать. Не! Фух, блин. Ты чё, живого человека, в смысле, в живого шнеца кататься вот так вот. Нет! Блин. Надо повнимательнее. А, вот семечко жизни нашлось. Хорошо. Уи! О, а тут чё? Там же явно в голове какая-то эта скважина, смотрите, для ключа. Да и тут какое-то местечко. А, это похоже, как будто вот сюда вот можно вот так забраться. Но обратно уже никак, да? Хорошо, надо попробовать запомнить тут что-то интересное. Есть лук, но луком я не пользуюсь, потому что у меня 4 выстрела. Я считаю, что на вот этих ребят выстрелы тратить, наверное, безрассудно, что ли. Короче, когда по одному, то они контролятся вообще без проблем. Когда их становится несколько, это нужно уже просчитывать как-то траекторию. Так, тут есть горшочек жизни. Я пока не буду его... Здрасте. Блин, я по одному удару успеваю нанести. В общем, тут у нас еще один опыт с боевкой. Ай! Я думал, сначала какой-то босс. Это просто какой-то маг, что ли? Вот эти ребята меня еще, правда, ни разу не били. Надеюсь, и не ударят. Ай, блин! 2 мага. Минус. Иди сюда. Жив пока что. На этих ребят по 3 раза надо, но они бросаются, поэтому нужно успевать, пока они... Ай! Не-не-не. Это были последние. Ну, блин, я что-то испугался, использовал хилку, думаю, ну, надо бы, наверное.
Арены, ну, интересные, да, они даже, ну, как бы сложненько. А что я здесь? Мне вон та штука нужна. Так, вот это, наверное, надо бы открыть, да? Что я открыл? Куда я открыл? Незнамо. Ой, вот это место внизу, точно. Стойте, так это же... А, я понял, где мы. Это мы сейчас у первого босс-файта. Что у нас тут творится? К вершине кладбища. То есть все у нас, ну не все, а вот второй указатель, который нам уже говорит, что вот к вершине кладбища сюда. Мы открыли проход дальше. Давайте тогда минуточку вернемся, посмотрим, что здесь. Там же еще другой проход был открыт. Или не открыт. А сюда я попасть, наверное. Да, сюда я попасть не могу пока что. Наверное, с той стороны вон тот рычажок надо будет дергать. Что, блин? Вы издеваетесь? Страж врат, ну да, как бы. Нет. А, минуточку, стрелы набиваются ударами. Стрелы набиваются ударами. Ну, в принципе, да, иначе было бы слишком читерски. Не надо меня стрелять по мне, не надо, блин! Офигеть! Ай, он меня ударил. Блин, две стрелы впустую прошли. Ёлки! Сложно, вы чё? Не, да я понимаю, что это ж типа же, это же ж... Ёшки-матрёшки, дай мне стрел наколдовать. Блин, два удара. Сколько у тебя жизни, дружище, не подскажешь? Потому что я сейчас склеюсь уже. Ух ты ж, ё! Серьезно, я думал, что сейчас крякну. Это, ну... Фух. Это тяжелее, чем кажется. Ну, я не знаю, правда, как это кажется со стороны, но... Чувак довольно хардовенький. Дайте мне дверь. Лифт, а это куда вообще? К вершине кладбища мы до сих пор пробираемся, а? Че вот эти за чуваки с этими... К замерзшим руинам. Причем двери у меня сюда нету. Дайте дверь, пожалуйста. Так, ну-ка. Ты кто такой? Гляньте, там могила вообще-то раскопанная. Или выкопанная, не знаю. Мне бы как-то... А, вот это сюда мы идем. Мне бы как-то подлечиться, что ли. То есть, ну, мне в таком положении влезать в какой-то файт, ну, честно, не хочется. О, привет. Давно не виделись. А, вот что это за место, да? А, с этой могилы ничего сделать не могу, хотя из нее вроде как что-то... Не знаю. Сюда я тоже не могу ничего...
Так, видимо, рассчитывается, что я смогу по шорткатам найти, где дверь, да? Вы же не рассчитываете на это, я тут уже запутался к черту. А, это башня, у которой есть близнец. Это все было, да-да-да, мы тут везде уже лазили. Ладно, к черту, пойдемте. Будем надеяться, что где-то... Блин, тут опять эти утырки ходят. Будем надеяться, что где-то впереди можно найти будет или дверь, или семечко, или что-нибудь такое. Короче, да, я сначала такой, а не слишком ли замороченный способ хилиться, а потом, а, не-не, тут все так, это нормально. Так, это к могиле. Нам не надо к могиле. Нам желательно бы свою могилу не найти. Так все нормально, в общем-то. Это вот эта штука открылась, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Лифт привез нас сюда. Вот сейчас мы пойдем сюда. Вон, там еще хпшка есть. Ну, это не хпшка, экспушка. Ну, туда можно только... Вот эти зеленые, это телепорты, что ли? Да. Семечко, но семечки у нас нету. Как здорово, да? То есть нам предлагают похилиться, но как бы... Ключик, дверка. А там арена, что ли, с той стороны? Ну, а это что? Ладан. Источает резкий аромат. А что мне с ним? Ну хорошо, я его нашел, это круто. Я сам себя поздравляю с этим. Хорошо, ребят, знаете что? Я так полагаю, что у нас сейчас будет еще одна арена. Возможно, вон там. Поэтому давайте, наверное, тогда на этом серию-то закончим. Продолжим тогда уже в следующей. Посмотрим. Мне очень хочется тут остаться в живых. И надеюсь, что так все произойдет. Все пока что. Ну, не знаю. У меня очень положительный пока что отзыв. Ну, не то чтобы отзыв. Отклик такой в душе дает эта игра. Надеюсь, вам тоже понравилось. Пишите, что вы думаете. Как вам, что вам. Пока что все. На этом будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.